Я не понимаю, зачем что это. Моя толстая. Чтоб не заржавело. А то вдруг ржавеет. Где пластик, еще непонятно. Пластика еще не видно. Вот здесь только появился, а здесь его еще не видно. Ты шпаклян, что ли? Это вообще непонятно пока что. Вот такая же картинка, трещина. Вот то же самое здесь было. Вот. В этом месте. Ничего нет. Один грунт, а лопается от своей жирности. Ну что-то есть, то я думаю, что вообще надо посмотреть, кстати, изнутри. Да нет, тут даже не пайно ничего. Все четко, не ударов, ничего. А может, возможно, знаешь что? Был скол. Возможно. Его подзалепили и покрасили. Чтобы вот так не сдирать, не заморачиваться. Угу. Просто пальцем позалепили, шпаклей, все, и покрасили. И все дела. До 100%. Здесь-то все чисто. Ну да, я потрогал. Ничего нету. Все чисто, все нормально. Это походу... Просто залепили, да и все. На обоксуху похоже. Смысл-то какой, если пластик ровный, что его мучить? До 100%. Даже больше на холодную сварку похоже.
Предлагаю отковырять ножом. Столько слоев наносить. Грунта, краски. Нет, это не один раз. Это не один раз делалось. Это раз сделали, потом еще раз на продажу приготовили. Вот и все. Да, но вопрос зачем? Я не понимаю. Не разбор, ничего такого. Да так и есть. Я говорю, был спол перед продажей или перед чем взяли, залепили, да и все. Попробовал даже теперь в ручном режиме это вышку видно. Долбаешься просто. Да, задний панкер был вообще идеальный. Кстати, положил два столба. Я не понимаю, зачем. Ну хорошо сидит. Да, почему брать? О, оно. Раз и есть, он все. Сзади видишь, он. Ну. Рубашка. Хопа. Ну, а может, можно так отдирать. О. А там грязь. Видишь, хопа, 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 а тут грязище. Здесь держится, так ничего нету, дефектов никаких. Да. Дефектов нет. Бампера. По пластику. Вот. И опять куча слоев. Ага, непонятно. Пришли. Зачем? Дайте ответ, пожалуйста. Кто-нибудь. Комментарии напишите. Да. Вот, вот он пластик. Зачем? Когда тут все в порядке. Зачем? Геморрой, ну, оказался. Вот, смотри, вот тоже все. Вон трещина. Наверное, много грунта халявного было. И вот все бы этого не произошло, вот это вот, таких вещей, как вот здесь. Это все надо сбривать до пластика. Плоскость это самый гемор. Вот. Самый гемор. Продублировал. Вот эти дырки еще, да. Номер тоже дятел тут надолбал. Смотрите. Наверное, чтобы не заживело, скорее всего. Только свое. Не знаю, это что от большого ума вообще делалось. Да, на продажу. Скоря клепилось все. За кому это надо? Зачем? Никому это не надо. Долбаешься просто. Это все надо сбривать до пластика. Так, грубо говоря, возможно, так ценник вылупит, человек скажет нет. Ну да. Слепи горбатого лучше. Вот такой горбатый бампер. А ты представляешь, сколько таких горбатых бамперов с разборок продается? И ты даже не знаешь, на что наткнешься. Ты толщемером его не проверишь, потому что он пластиковый. Ну. Что ж китайцы-то не делают? Ну, да. Подумать на оно.
Ты думал, если бампер в порядке, сделал бы сегодня, да? В понедельник бы точно. Я бы отшпурил, отгрунтовался бы сегодня. Завтра бы посмотрел еще раз, подгрунтовался и все, и в понедельник он поехал. Да. А это дай бог завтра его сбривать до пластика. До конца. Это подстава, конечно. Чтобы загрунтовать его. С этим бампером. И подстава, это просто, грубо говоря, блин. Жалко это время. Долбаешься просто. Вот это вот жалко. Капот вот так. Это, дуну, как бы вот на лысо побрею, что вот с этой подолбаешься. Зато я тут знаю уже, что сейчас бампер отгрунтован и стоит под лампой. С другой стороны выглядит вот так вот. Показываю. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!